Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина, и как вы поняли из названия видео, сегодня будет тег знакомства или слишком много информации обо мне. И если вам интересно со мной познакомиться чуть-чуть поближе, тогда я вас приглашаю к просмотру и начнем. Почему я делаю по прошествию, так долго не отвечала на те передачи эстафет тегов, почему я так долго не снимала? Наверное, я долго думала, стоит ли снимать данное видео или нет, будет ли вам интересно, но я заметила и поняла, что уже сегодня, да, 16 числа, в общем, уже 6 месяцев существования моему каналу, я думаю, то, что уже пора снять данное видео и познакомиться с вами чуть-чуть поближе, чтобы вы меня узнали чуть-чуть поближе. И начнем уже, наконец, именно вопросы отвечать. Первый вопрос. Как меня зовут? Меня зовут Ирина, как вы уже поняли. Сколько тебе лет? Мне 28. А какой у тебя рост? У меня рост 1,64 м. Да, я такого не слишком высокого роста. Какой у тебя знак зодиака? У меня знак зодиака Весы, я по гороскопу Воздух. Есть ли у меня ник и что он означает? У меня ник Иринка Мисс Кик. И что он означает? А я даже не знаю, что он означает. Иринка – это мое имя, мисс – это, ну, мисс, а кик – этот вот именно кик – это вообще принадлежит начальной, так скажем, принадлежность названия моей почты, как вы, наверное, проходили и, может быть, замечали, кик9970, и у меня, собственно говоря, в Инстаграме тоже отмечено как мисс кик9970. То есть это от моей почты взято, и причем эта почта уже существует, наверное, больше 10 лет, то есть как бы я уже себя ассоциирую, сама себя ассоциирую с этой почтой, и если что-то где-то связано с интернетом, это вот где-то что-то вот так вот, так что, ну, как-то вот так вот. Если у тебя любимый цвет, то какой? У меня на самом деле 3 любимых цвета, это белый, бирюзово-голубой и серый меланж. Не знаю, вот эти 3 цвета, которые, вот, ну, я реально от них кайфую, и почему-то мне кажется, то, что эти цвета мне подходят. Черты характера, которые я ценю в людях. Наверное, это искренность, доброту. Искренность, доброту, да. Вот, наверное, вот эти вот искренность и доброту, которую я оцениваю в людях, и когда действительно я вижу то, что люди искренне, и они при всем при этом добры. Я не говорю то, что они там мать милосердия, нет, то есть они в меру добрые, и искренность — это когда начинаются какие-то отношения между людьми. Что мне не нравится в людях? Наверное, мне не нравится лицемерие и высокомерие. Лицемерие мне не нравится, когда люди начинают лицемерить, и они, как, если какой-то идет диалог и общение между людьми, такое, знаете, вот такая вот нескрытая лесть, что ли, какое-то вот, ну, правда, отвращение вызывает. Высокомерие — это есть такое высказывание «из грязи в князи», когда человек был, ну, обычным человеком, да, ничем не выдающийся, и когда он достигает определенный какой-то уровень, либо, как еще говорится, да, попали в руки деньги, и вот вы узнали, что это за человек. То есть я как бы таких людей стараюсь обходить, если я вижу, что человек по истечению времени, он, допустим, был какой-то период времени нормальный, грубо говоря, да, когда он, ну, нормально общается, и когда вот он чуть-чуть, ему в руки попадают какие-то денежные средства, либо он занимает какой-то определенный пост, и тогда он начинает, естественно, высокомерничать, как-то себя вести по-другому, то я стараюсь не скандалить, не ругаться, я просто перестаю общаться с данными людьми. Я считаю, что дабы не портить свою нервную систему и как-то разочаровываться в человеке, просто от них отойти. Так что вот так вот как-то. То есть два качества, которые я не приемлю в людях и стараюсь таких людей обходить, это лицемерие и высокомерие. Почему я начала снимать? Ну, наверное, почему я начала снимать? Хороший вопрос. Я начала снимать, потому что вообще я деятельный человек, и в тот момент, когда я ушла в декрет, я поняла то, что, наверное, вот бытовая вся жизнь, вот ребенок, дом, вот все вот вытекающие хозяйственные моменты потихонечку меня начали сжимать. А так как, когда дома маленький ребенок, ты не можешь выйти на работу, ты не можешь чем-то таким заниматься,
И почему-то мне захотелось общения, мне захотелось именно общения такого, мне захотелось снимать, рассказывать, делиться своим опытом, может быть, кому-то в чем-то помочь. Вот почему-то мне захотелось именно вот это делать. И не знаю, получится у меня или нет, это уже мы поймем по истечению времени. Любимое высказывание или фраза. У меня, знаете, как-то давным-давно на работе, когда это была одна из моих первых должностей, и у меня было такое, знаете, наверное, вот можно сказать, наверное, юношеское, да, вот в 19 лет это, наверное, юношеский какой-то вот этот вот момент. В общем, мне было как-то не очень хорошо, именно душевно, и ко мне подошла одна из моих коллег, она меня так приобняла и сказала одну фразу: «Все пройдет, и это пройдет». И все, и ушла. Знаете, у меня после этого момента, это вот действительно, вот я вспомнила из истории то, что это было написано на кольце Соломона, и то, что когда ему становилось как-то грустно, плохо, и что-то не получалось, он переворачивал кольцо и читал: «Все пройдет, и это пройдет». И я понимаю то, что какая бы ситуация в жизни ни происходила, именно плохая какая-то, что-то вот такое, да, негативное, я всегда себя утешаю мыслью, то, что все проходит, и это пройдет, то есть все будет нормально. То есть как в песне у Верки Сердючки: все будет хорошо. Так что вот как-то вот так вот. Место, которое мне нравится или которое я хотела бы посетить. На самом деле мне нравится место, наверное, даже не место, страна, как это можно назвать, мне нравится Греция, мне нравится Афины, мне нравится их культура. Культура природы, наверное, как-то вот. И мне хочется, если у меня получится, я ни разу не была в Греции, если будет возможность, я хочу посетить эту страну, потому что, ну вот, мне кажется, это весьма очень красиво, там есть, наверное, все. Потому что, смотря всевозможные журналы, какие-то Discovery, да, там всегда смотришь, если ты видишь то, что там природа абсолютно разнообразная, и тем самым меня привлекает, то есть как бы, как-то вот так вот. Вот, девочки, это были все вопросы, на которые я, в общем, нашла, видела и хотела с вами поделиться. Надеюсь, вам данное видео понравилось, оно было для вас каким-то информативным. Вы меня узнали чуть-чуть поближе. Если, конечно, у вас есть какие-то ко мне вопросы, тогда, конечно же, пишите в комментариях. Либо я отвечу вам там, либо я сниму еще какое-то отдельное видео для того, чтобы ответить вам вот так вот, и вам было комфортно послушать. И, конечно же, я хочу вам пожелать, чтобы вы любили себя и своих близких, берегите себя и своих близких. А с вами была ваша Ира. Не забывайте подписываться на меня в Инстаграм. И, конечно же, не забывайте подписываться на меня здесь, чтобы не пропустить какие-то новые видео. Мне это будет очень приятно. И я всех люблю, целую. До скорых видео. Всем пока-пока.